Олег Павлович Модников был выдающимся ученым, профессором Ульяновского государственного университета. Он любил свое дело и стремился привить это чувство и своим студентам. Много лет работал над разработкой радиологических методов лечения онкологических заболеваний. Олег Павлович стоял у истоков зарождения паллиативной медицины в Ульяновске. Онкологический диспансер по праву можно считать его детищем. Ежегодно в его честь в регионе проходят модниковские чтения по вопросам онкологических заболеваний. Мне посчастливилось лично знать Олега Павловича Модникова. Вместе с ним мы защитили здесь достаточное количество учеников. Он был большим энтузиастом развития онкологической службы в Ульяновской области. Очень гордился тем, что он является профессором университета Московского государственного, поскольку университет ваш был до определенного момента филиалом МГУ. Вот. И очень много сделал для того, чтобы Ульяновская онкологическая служба звучала по всей территории Российской Федерации. На модниковских чтениях выступили специалисты из Москвы, Самары, Тольятти, Сызрани и Ульяновска. Участники конференции – врачи, которые ежедневно борются за жизнь пациентов с онкологией, а также студенты и ординаторы. Участие молодых специалистов в подобных мероприятиях имеет большое значение. Они – научный потенциал страны и будут развивать эту медицинскую отрасль. Мы надеемся на то, что онкологическая служба не потеряет своей значимости. Я думаю, даже наоборот, мы уверены, с учетом того, что онкологическая служба уже не первый год является одной из главных задач, стоящих не только перед региональным, но и перед федеральным Минздравом. Мы должны развивать, должны уделять огромнейшее внимание данному направлению. И, в принципе, по этому пути мы идем. Спикеры рассказали о раке молочных желез, яичников, пищеводе, о взаимодействии различных врачей при лечении онкологии, об эффективности радиофармацевтического отечественного лекарства и многом другом. Мое сообщение будет посвящено лечению злокачественных образований молочной железы, правильному принципу подхода к диагностике, выбору лечебной тактики, оперативному лечению, послеоперационной лекарственной терапии, а также реабилитации этих пациенток. Модниковские чтения проходят в регионе с 2004 года и посвящены сразу двум круглым датам – 20-летию со дня смерти Олега Модникова и 35-летнему юбилею ОЛГУ. Научно-практическую конференцию посетило свыше 300 специалистов в области медицины. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда, ТВ.